Ребят, привет! Сломалась снегоуборочная лопата, вот такая вот. Вот смотрите, что произошло. Вот такая вот беда, видите? Пластик оторвался. И плюс ручка лопнула вот в этом месте. Купил новую лопату. Это более такая лучше вместе с ручкой. Вот ручка в комплекте. И сейчас нужно ее одеть вместо вот этой. Поэтому смотрим внимательно, как это делается. Разбираю эту лопату, выкручиваю этот саморез. Он тут не нужен уже. Теперь снимаем ручку. Вот, разбираем. Вот ручка. Снимаем. Она нам не нужна, эта часть. Замираем держатель. В принципе, подходит, да? Просто старый, он не совсем подходит. Здесь он снизу подходит. А вот здесь, где ручка, вот если ее одеть, видите? Она вот болтается. Поэтому я нашел другой держатель для лопаты, который толще, чтобы ручка нормально влезла. Поэтому учитывайте вот этот момент. Теперь держак. Вот сюда его не нужно вгонять вот таким образом. А вот здесь примерно, чтобы он был. Теперь нужно дать разметку. Для чего? Для того, чтобы вот эти болты закрутить. Но для того, чтобы их закрутить, нужно просверлить два отверстия. Поэтому сейчас даем разметку. Вот так вот держим и как-то отметку делаем. Желательно, конечно, маркером, но у нас маркера нет. Ну или карандашом. Теперь берем подходящее сверло, подходящего диаметра. Сверло нужно по дереву взять и высверливаем два отверстия. Одно отверстие просверлил, вот, зафиксировал. Дальше сделал отметку вторую, ну, чтобы она более точно была. Все, теперь пойду сверлить второе отверстие. Ну, теперь берем вот таким образом, устанавливаем пластик, вот, попадаем в отверстие и закручиваем. Ребят, немного с замерами тут не получилось. Вот видите, вот эта пластиковая должна вот здесь быть. Но в принципе она никакой роли особо не играет. Я здесь установил шайбу, потом вот эту малую шайбу, которая здесь была в комплектации, гровер и гайка. Все, затянул. И в принципе вот так вот все выглядит. Просто здесь не совпало немножко по отверстиям. Как-то натягивать, как-то это мудрить, крутить я не захотел. В принципе, она нафиг не нужна. Вот таким образом лопата закреплена надежно. И с этой стороны установил шайбу. Вот одна, вот вторая. Ну, чтобы понадежнее было. Вот как-то так. Теперь устанавливаем держатель. Вот таким образом, чтобы он ровно был. Выравниваем его. Ну и сюда в отверстие загоняем саморез по дереву. Ну все, лопата в сборе.